Эта война, она показала, что война в каждом человеке своя. Потому что мы не можем осознать, мы не можем объять всего, что происходит глобально. У нас просто не так устроен мозг. Люди в России, живущие, они могут абстрагироваться и могут жить такой жизнью, в которой нет войны. Потому что если ты не пускаешь что-то к себе в голову, то его там нет. Я просто могу судить по своим собственным друзьям и знакомым, которые еще остались в России. Они точно так же, может быть, и переживают, как я, но они не могут это никак показать, потому что они живут в России, это же элементарно. И это никогда никому не расскажешь. Это не расскажешь ни украинцу, потому что они не жили в такой ситуации. Я думал, как бы я, если был на... Ну, скажем, я бы не мог уехать, да? Вот я такой сформировавшейся позиции с тем багажом морально-этического опыта, который у меня есть, да, вот как бы я сейчас себя чувствовал, если бы я не мог уехать из Томска или из России. И у меня нет ответа. Мне кажется, что я бы ушел в лес.